Всем хай, ребята, это я, RC Games. Сегодня у нас будет прохождение, опять же, Shadow Fight 2 Special Edition. Итак, давайте посмотрим, что мы с вами сделали в прошлом ролике. Сначала мы дошли до 4 уровня. То есть вот, я уже купил себе остальные дубинки, если вы смотрели прошлый ролик. Вот, не купил еще нагрудный кент, но могу купить Кирасу Ярости, было бы прикольно. Смотреть бы на ничего начально, так. Ага, листенство вроде. Как будто солдат, острый конечный шлем, сменная маска, фигня. То есть, это еще мне недоступно. Ладно, хорошо. Оп. Оп, и вот так. Так, тут легко, тут невозможно. Турнир вообще что-то как-то, ребята, легко идет, так сказать. Вообще изи. О, вот твоя шляпка. Ну что, тебя против меня не спасет. Капец, как же хочется другое оружие. Мачете. А че это же, это имба, ребят. Блин, эти дубинки, они прям такие... Недалеко старее... У них удары, блин, короткие. Вот это самое бесячее в них. Капец. У него, блин, еще шляпа, зачарованная на поглощение урона. Ооо. Критический, конечно, не самый критический. На тебе. Ну, все, минус разбойник. Ребят, я прошу вас под этим роликом, пожалуйста, поставьте лайк. Я спрошу. Я уже вообще давно не видел, чтобы вы мне под ролики ставили лайки. То есть вообще, я уже довольно долго снимаю. Те, конечно, после перерыва небольшого был один ролик. Ну ладно, ну пожалуйста. По прошлой части хотя бы влепите лайк. Хотя бы любители Shadow Fight 2. Знаете, ребят, что я вам скажу? Если под этим роликом наберется 100 тысяч лайков, то я прям во время видео покажу мой аккаунт в обычном Shadow Fight. Все, последний удар. О, я его вырвал. Имба, ребята. Да. Ну, конечно, ручка топчик. Все-таки как-то так даже получше, чем остальные дубинки. Это фигня полная, остальные дубинки. Ну, типа. Но они хотя бы нехило так наносят противникам. Перфект. Ну, вообще класс. Да. Ляпа. Ну, а мы же с вами, ребят, быстренько купаем. Так сказать, потратимся чутка и улучшим остальные дубиночки. Нормально. Просто им стрельные раны. Ребят, я что ли, в прошлый раз прошел старинные раны? Я же вроде их не проходил. Почему не пройдены? Что за... Кастеты даже как-то мне лучше, чем, блин, этот... Капец! На. Всё. Укладочка. Оу,
Оу! Оу! Ни хрена себе жестко! Чел! Ты как бы знаешь, что себе позволяешь? Оу! Первый раунд, как у мне. Ну, второй, конечно, меня вырубает, вот чисто. Хорошо пошло. Нет, как видно, он сразу не в мою пользу идет. Бой. Быстренько пробиваю его. Но, наверх туда напущенная. По мне было. Да капец. Конечно, труба. На тебе. О, май гад. Капец, давай. Все, я его вырубил. Да, это я понимаю, драчка была. Да, капец какой-то. Сначала посмотрим, сколько у меня опыта. Ну, не хватает мне еще такое приличное количество денег. Да, жалко, конечно. А давайте мы сейчас с вами, ребята, купим, смотрите, что. Шляпу себе купим, например. Потом еще гирос ярости купим. Ну, и меч еще. Конечно, еще на этот человек хватает. Какая разница, хватает или нет? И мне еще, при том, самый худший соперник. Надеюсь, у меня сейчас будет что-то имбовое. Например, какой-нибудь кровавый жнец. Тут же он, ребят, надеюсь, может выпустить? О, у меня та же самая... О, я вообще вот с ней не лучший. Хоть и дерусь-то я совсем вообще неплохо, но вот с этой катаной она реально бесячая. Я с ней вообще драться не могу. Кто говорил, да, ребят? Что драться не могу. Капец, ну я уже вниз. Все, мне капец. Да как? Как он это делает? Хотя, в принципе, это боты, они вообще, ну, это, типа, нейросети, вроде как-то это так называется. Они вообще с каждого оружия хорошо играют. Ему хоть, блин, стальные дубинки, да, или что-нибудь там еще, кинжалы какие-нибудь. Он со всего быстро играть научится. Ой, все. На! Ух, вырубил же. Это было круто. Последний третий раунд. Жесть. Дичь. Капец, капец, капец. Так, капец, хватит меня бить. Уй, уй, уй. Челик, челик, не борзей. Давай-ка ты не будешь быть борзым. Тем не в принципе тоже. О, вот это кайф. Это прям мне по душе, ребят. Ну его быстренько обыгрываем. Вкачиваем бронь. И идем, пожалуй. Все, чего я жду? Может, мне уже на призрака пойти? В призраке, ребят, так-то, как по мне, нет ничего такого страшного. У меня очень страшный. У меня, блин, недавно разбойник попадался совсем с другим. Совсем с другим снаряжением. У меня, блин, шляпа была.
А у этого был виду, а у этого уже что-то другое. Похуже у разбойник. Или получше наоборот. Капец. Первый же говорю, с тремя дубинками вообще невозможно играть. Она чуть-чуть вырубает. Ну, если приловчиться, аж можно играть. Ну, да мне это всегда с трудом идется. Поэтому еще когда я начинал играть, считалось, что стальные дубинки это круто, там много урона, всякое такое. Но понял, что это такая себе ручка. Очень уж она медленная. Даже как по мне, медленнее катана. Видите просто, как он меня забирает. Капец. Конечно, они у меня прокачаны даже, то есть, типа, так на максималку. Но все равно это сложно. Даже с ними драться. Сейчас чисто по ним последний удар. Последний. По сути, против, когда у него, блин, столько хп остается, против этого уже ничего не спасает. А мне остается последний бой выиграть. Шестница. Такие прикольные мне ножички. Ножички, но все-таки это так себе. Если честно. Ножички ее, но выглядит она сама прикольно. Почему у нее, мне интересно, вот на авиа ручка не такая, какая на этом. Не в бою. Что, то есть, типа, что ли, им было вообще легко сделать оружие для Шина, и они не могли никак сделать оружие для Шипницы? Да, блин. А меня вырубило. Это жестко. Да, сложно, сложно. Жестко она. На фэдшот. Да, блин, почему критическим? Вот если бы у меня был эффект скала, дом, конечно, то ей бы урон. Урона бы хоть какого-то наносилось от критических. Не от каждого, конечно, но... На хэдшот! На тебе. На. Все, ушатал. Это был последний бой наш. Последний, конечно. О, это круто. Так, мститель. Скала, конечно, круче. Я знаю даже, что надо выбирать. Трикстер. Это ты поднял столько шума. Сначала трикстер. Блин, как там тебя можно? Я куплю себе хоть парочку брони. Ну все, теперь пошли. В бой. Поехали. Конечно, у него остальные нунчаки. Это плохо. Но думаю, я его попытаюсь победить хоть как-то. Интересно, что мне будет, если я его выиграю? Я вот, в принципе, никогда не побеждал. Ребята, я вам так скажу. Он тогда чуть не побеждал Стрингстера. Или Стрингстера, как его там, блин, правильно вообще называть. Да, ему, конечно, много смешок. А у него перегрев. У него эти нунчаки вечерние не перегрев. Офигеть. Перегрев это вообще имба. Знаете, в чем? То есть, типа, его плюс в том, то, что у него оружие отшельника.
оружие, которое открывается только на отшельнике. То есть, типа, я сейчас его никак не получу. Мне интересно, почему такой жесткий соперник именно сейчас на рысе мне попадается? На, ну, он просто такой... Значит, я его смогу делать? Сейчас посмотрим. Если я его сейчас выиграю, то будет вообще хорошо. Оу. Капец. Все, у меня сейчас вырубит. Вот, видели? Скала ему урон снесла. Но... Удалось проголосоваться. Далее. Уйти. Так, ладно. Призрак, да мне пофиг, что ты мне там говоришь. У меня уже все есть для счастья. Ребята, я вам так скажу. Для счастья у меня все достаточно. Ну, надеюсь, в этом ролике я еще глаз пожигу и попытаюсь хотя бы разочек победить лишь. Это призрак жесткие намерения. Ну, у меня тоже их ни много, ни мало. Ой, капец. Вы сейчас просто, ребят, не представляете, как я хочу посильнее нажать кнопки, чтобы поскорее его ударить. Все, вырубаем его. Нож катана отлетела. Ну, интересно, почему мы делаемся на крыше? Блин, понятно, что крыша какого-то дома. Смотри, кто нам тут разрешил устроить ПВП? Ну, это понятное дело, рысь. Оу. Все. Я его отрубил, да? Вот это хорошо. Сейчас он мне что-то напишет. Так, мое поражение сделает рысь лишнее. Спасибо за подсказочку. Теперь будем знать. Так. Угу. И мне дошли... вообще много. Ну, в принципе, если я сейчас буду тут выиграть, мне хватит. Мне даже одна монетка останется. Это прикольно. Вопрос, выиграю ли я его или нет. Вот интересно. Против меня-то, в принципе, щел, у него закрытый шлем. Закрытый шлем, броня жесткая. На тебя. Все. Первый раунд просто за мной. Закатай его за зубы. И просто там измачиваем его. Ой-ой, ну вот на это я вообще не рассчитывал изверху. Спасибо, конечно, что ты типа так делаешь атмосферу для... Ой, капец, но мне сейчас... У меня это ролик, извини. Ты можешь хоть чутка поддаться? Ну тебе пофиг, что у меня ролик. Поддаться ему. Конечно, он мне поддастся, ребят. Поддался, у него так мало хп осталось, он меня вырубил. Финальный третий раунд. Для меня просто дофига шансов слиться, и я все, получается, просто проиграл. Капец. На. Это же это сильно. Ты сносишь. Давай, скала, пожалуйста. Все, вниз. Это вот имба вообще. Так, все. Скачиваем матч. Я дурак. Знаете, что я дальше сделал?
есть я вместо того, чтобы... купить себе шлем новый, я прокачал мачете. И мне сейчас пришлось это все делать. За кристаллы только. Ну, покупать шлем. Да фиг тебе. Легче будет, когда будет магия. Когда магия будет вообще на изюмазе. Ой-ой-ой. Почему не работает скала? Все, я его откину. Вот это топ. Давайте, ребят, это уже последний бой. Ну, мы завершаем раунд. Так. Я, в принципе, это сейчас не знаю, побеждаю со счетом. Тут моя победа, конечно, будет. 2-0 я ее побеждаю. Ну и все, ребят. Как и договаривались, последний раунд. Всем пока!